Всем, ребят, привет! Сегодня у нас очередной выпуск. Сегодня будем тестировать пин-поинтеры. Если кто не знает, что это такое, это миниатюрный металлоискатель, который облегчает труд поисковику при обнаружении находок. А тестировать будем сегодня два прибора. Это Гартовская и Gold Hunter, который предоставил нам охотный интернет-магазин ShopDetect. Так что будем тестировать элиту и обычный дешевый прибор. Если не ошибаюсь, гартовский прибор достаточно очень дорого стоит, и не каждый может себе позволить. Он стоит 8500 на официальном сайте. Вот. Так что не знаю, данный прибор очень дорого. Вот, и решил вам показать Gold Hunter, который, я думаю, всех заинтересует, особенно в своей категории ценовой. А также сейчас протестируем и на глубину, стоит ли его брать или нет. Так что досмотрите до конца, если досмотрите, если вам прибор понравится, в конце видеосюжета вы также будете приятно удивлены себестоимостью этого прибора, а также кое-какую скидочку получите, еще бонусный плюсик. А также, ну, это в конце видео, так что досмотрите до конца, и вас приятно порадует сюжет именно ценовой категории. Так что все, сейчас будем испытывать два прибора. Это у нас, как вы видите, Gold Hunter и Garrett. Два прибора одинаковые, один в один, похожие, но Gold Hunter имеет две кнопки, а гартовский один. Но это ничего не меняет, так что сейчас именно к нашим тестам. Итак, ребята, в тестах у меня будет всегда участвовать вот такое количество монет. Думаю, смысла большого количества нет. Будем тестировать пятак екатериновский, затем среднего размера двушка николаевская, советская и серебро. Серебро тоже буду тестировать среднего размера и самую маленькую, это чешуйка. Вот. Думаю, смысла нет большого количества, все будет банально, быстренько и вам все наглядно. Ну что, поехали, заводим первый приборчик. Нажали, он подал сигнал звуковой. И начинаем. Берем 5 копеек Екатерины и смотрим. Следующая монета — это 2 копейки Николая. Пять и пять. Следом идет 5 копеек советские. Серебро, 15 копеек царские. И теперь маленькое самое, что мы можем отыскать, это чешуйка Петра Первого. Пять и
3 и 2. Ну а сейчас протестируем Гаррет. Чисто американский. Берем 5 копеек и смотрим. Пять и девять. 5,8. Но сигнал такой, знаете, слабенький. Чем ближе, тем лучше. Как вы видите, на 5,8. Николай Первый. 2 копейки. Пять и восемь, 5,7. Но сигнал слабоватый. Берем 5 копеек 53-го. На 4,5 начинает подавать какие-то признаки жизни. Берем серебро царское. Три и три. Три и три. Ну и последняя монета, чешуя, серебро, Петр Первый. Один сантиметр. Да, 1 сантиметр. Итак, ребят, и еще последнее, что я хочу сказать. У Gold Hunter поверхность носик рабочий весь. А то некоторые говорят, носик у него не рабочий. Нет, ребят, носик рабочий полностью. Так же, как и у Гаррета. Так что... Gold Hunter ни грамма не уступают элитному прибору Гаррет. Итак, ребят, закончим мы тестировать. Так что вот такие два девайса мы сегодня сделали. Это Gold Hunter и Гаррет. Гаррет американский, не Китай. Соотношение я буду указывать здесь ценовую и здесь. Все плюсики, все минусы. Как у нас получился тест, все вы наглядно увидели, и делать выводы вам, стоит ли вам переплачивать вот такие вот, покупать девайсы очень дорогие, повторюсь,
8,5-9 тысяч на официальном сайте. В магазинах будет куда дороже. Или же купить обычный Gold Hunter, который очень хорошо тоже видит находки, и ценовая категория вас очень сильно порадует. Плюс вы получите свои скидки, если при покупке скажете кодовое слово «Поиск63РУС», и цена уже будет вот такая. А также фирма предлагает вам приятный бонусный подарок от фирмы, который секрет. При получении посылки приятно удивит. Ну, на этом и все. Всем пока и удачи!